Меня зовут Наталья. Я по профессии, специальности и всю жизнь этим занимаюсь. Я архитектор. И с Виктором Владимировичем знакома уже много лет. И я считаю, что это просто подарок судьбы лично для меня, что я познакомилась с этим человеком. И в течение уже ни много ни мало, но 5 лет я с ним знакома, и он очень серьезно помогает мне своими процедурами, своими советами в том, чтобы мой организм постепенно, стабильно и постоянно восстанавливался. А с детства, в принципе, первое, с чем я пришла к Виктору Владимировичу, это проблема настолько старая для меня, для моего организма. Я фактически родилась с этим, были проблемы с системой пищеварения. И я настолько привыкла к этому, что, ну, это было почти нормой. Но, однако, создавала ряд проблем, и, конечно же, хотелось это как-либо изменить. И я приезжала к Виктору Владимировичу в санаторий «Белая Русь». В то время они работали там с Татьяной Владимировной. Это прекрасное место, отличное, просто на побережье нашем, Черноморском. И я прошла там курс. Результат был для меня шокирующий, потому что то в течение, та проблема в течение многих лет, всю жизнь свою я с ней жила, и ее просто не стало. Причем те методики, которые использовал Виктор Владимирович в течение, по-моему, 2 недель, если я правильно помню, или даже 10 дней, но это реально короткий, очень короткий промежуток времени, методики, казалось бы, на первый взгляд очень просты. Но их сочетание и тот результат, который был, это меня потрясло, потому что проблема просто перестала быть, ее не стало. Помимо того, что весь организм уже стал жить на совсем другой этапе, на другой волне, то есть процесс оздоровления пошел в полной мере. Это, конечно же, те проблемы, которые есть, это всегда, это не одна, это комплекс всегда, и это цепочка. Цепляешь одно, тянется другое. Это, ну, для кого-то бывает в зависимости, естественно, от количество прожитых лет, от уровня здоровья. То есть эта цепочка может быть бесконечной. Мне казалось так. Но я теперь понимаю, что с любой проблемой, фактически с любой, которая есть в человеческом организме, можно разобраться. Для этого требуется только всего лишь достаточный объем знаний и умений. И я счастлива, что есть в моей жизни такой человек, как Виктор Владимирович. Он очень хороший, очень серьезный специалист в плане оздоровления и восстановления организма. И вот я уже 3-й раз приезжаю в гости. Ну, не просто в гости, естественно, для меня в гости, потому что очень интересно и очень приятно общаться с этим человеком. Это высокоинтеллигентный, интеллектуальный человек. Помимо того, что громадный объем знаний медицинских из разных сфер, из разных культур и традиций, которые он сочетает, совершенно потрясающе. Результаты, которые я видела, на себе чувствовала, они однозначны и они очень серьезны. В общем-то, первое мое знакомство на самом деле началось с того, что у моего мужа родная тетя, ну, была на грани жизни и смерти, если уж говорить прямо. То есть у нее было очень серьезное заболевание, и оно прогрессировало. И волею судеб, опять-таки, мы заехали в гости к тете, и так как я знала, просто была знакома с Виктором Владимировичем, я тете предложила: давайте попробовать, может быть, что-то получится. Потому что у нее шанса уже практически не было. То, что у нас называется традиционная медицина, европейская медицина, врачи сказали, что, ну, мы вам делаем операцию, но нет никаких шансов, операция, причем удаление органов, никаких шансов, что мы не можем вам дать гарантию, что будут вообще изменения. Вот. И тетя решилась,
Началось лечение, Виктор Владимирович взялся за этот действительно очень сложный случай, от которого, ну, как классика, современная медицина отказалась. Вот. И в течение полугода, если я правильно помню, примерно такой промежуток времени, тетя, что можно сказать, она чувствовала себя, как она сказала мне, я чувствую себя 30-летней здоровой активной женщиной после уже, ну, вот полугода лечения. То есть помимо того, что проблема, которая у нее была, заболевание, которое было фактически неизлечимое, оно перестало быть, и ощущение самочувствия ее принципиально изменилось. То есть то, что произошло, это, можно сказать, чудом, если это смотреть со стороны и не знать тех, не понимать, какой объем знаний и опыта применился для того, чтобы такого результата добиться. Потому что это, ну, я прекрасно понимаю, насколько серьезные знания требуют, серьезные знания требуются для того, чтобы восстановить организм, который уже практически не функционировал. Ну, это очень серьезно. И, конечно же, для меня этот пример был очень весом и значим. И никаких сомнений, что с чем бы я ни обратилась к Виктору Владимировичу, у меня нет сомнений, что он мне не сможет помочь. Все, что происходит в организме, поправить можно практически все. Нужны знания, они есть. И сейчас прекрасные академики Виктор Владимирович и Татьяна Владимировна сейчас переехали и находятся, уже принимают достаточно долгое время, в небольшом курортном поселке Небук. Маленькая клиника, прекрасная, очень уютная и комфортная. И приезжать сюда, я лично для себя буду, приняла решение, приезжать буду в гости для того, чтобы свой уровень здоровья постепенно восстанавливать до оптимального состояния и поддерживать. Я обязательно буду приезжать каждый год, это как минимум один раз уж точно. Вот. И те результаты, которые есть у меня сейчас, я очень рада, что та динамика, которая происходит в организме, она идет только вверх. Вот. И большая, громадная просто благодарность Виктору Владимировичу за его знания, за тепло, за внимательность и за те советы, которые он дает. Не только по каким-то дальнейшим, может быть, процедурам, желательным для организма в этом состоянии, а по питанию. Это очень важно и очень необходимо. Какие-то моменты он может подсказать и по образу жизни, по ритму жизни, точнее, по ритму именно питания, ритму сна, возможно, ритму работы. Эти вещи, они очень ярко и очень серьезно меняют качество жизни. А сейчас в нашей скорости современного мира без этого жить комфортно, жить с удовольствием, без пониманий этих просто невозможно. Вот. Именно поэтому я приезжаю сюда с открытым сердцем и всегда очень рада и слушаюсь обязательно любого совета, который Виктор Владимирович дает вот для меня. Поэтому я желаю вам всем здоровья, долголетия. Это все достижимо, это все очень реально. Главное знать, у кого спросить и к кому обратиться. Вот так.